Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls, мы продолжаем проходить мир 3.2. В прошлой серии мы там разрубили вторую цепь из тех, что удерживали, это непонятный такой шматок огромной плоти, он упал вниз, из него полезли двухвостки противные. Сейчас мы пойдем разбираться, что же там такое. Теперь нам напрямки туда можно идти. Не знаю, посмотрим, к чему нас это приведет. Посмотрим. Очень печально, что ту броню, от которой у меня сапожки, от которой у меня шлем. Собственно, броня у нас почему-то пропала. Не знаю. Не столько жалко, сколько мне интересно было посмотреть на нее. Ну да ладно, я думаю, переживем, потому что для нас не критично будет. Я все равно в основном стараюсь блокировать атаки. Но если, конечно, попадают, то защита у меня не очень хорошая. Но все равно я сделал из своего персонажа в итоге более подвижного перца, чем... чем медленного и сильного, как хотел изначально. Не могу я отказаться от этой тактики. Я ее во всех играх использую. Я к ней привык. Да ты будешь спускаться, нет? И улетел. Ну что за люди? Так, наш шлем троллейбус, он, конечно, блин, глупо выглядит, но при этом круто. Так, минус один. Опять душа упадает. Постоянно с них души упадают. Блин, надо было, кстати, качнуться между сериями. У меня же 14 тысяч душ. Ну да ладно. Ой, а теперь ты что тут делаешь? Вот этой пакости тут только не хватало. Ну ладно. Это, видимо, перемена ввиду того, что... вон та хрень, которая тут висела, она упала. Так, теперь горгулья. Давай. Давай. Блин, не получится парировать их, что ли? А так хотелось. Ну, видимо, да. Так, теперь аккуратно давайте посмотрим вниз. Вот у нас эта хрень огромная упала, и там куча ништяков. Но там я предчувствую, что просто бешеная куча этих... двухвостых, потому что в конце предыдущей серии, в катсцене показали, что они прямо оттуда полезли. Это их, похоже, кокон какой-то был, что ли. Вообще был стук такой, было ощущение, что это сердце какое-то. Такое черствое, грязное. Ох. Теперь вы тут кругом, да? Давай, прыгай. Хочешь, как хочешь. Блин, травы вообще нет. Поменьше рисковать надо. И после этой серии все-таки зайти и пофармить маленько травку на уровне 1-2. А, блин. Не спешим. Теперь ты, да? Один за другим натурально тут. Блин, ну не падай ты. Ну ладно. Переживем и без тебя. Где еще один поблизости? Я его слышу. Где-то он там. Вот это плохо. Две огромные. Супер, чё? Блин,
еще и стрелами кто-то пуляет там. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Со всех сторон. Что ж такое творится-то, а? Сильные, но медленные удары. Так, давайте мы используем Half Moon Grass. Shard of Arkstone надо убрать. Что он тут вообще делает, непонятно. Сам собой поставился, похоже. Так, травинка у нас есть. Full Moon Grass, можно ее использовать. В принципе, тоже не такая уж большая редкость. Больше ничего нет. Есть еще Dark Moon, но это я оставлю на битвы с боссами. Так, и теперь. Туда мы ходили вроде как. Ходили же? Или нет? А, здесь тупик, по-моему. Это место снова? Ну да, здесь тупик. Сюда мы поднялись с самого низу, короче говоря. А вот там сейчас у нас вход. Там раньше была плоть, она перегораживала проход. Теперь, я так понимаю, перегораживать там проход нечему. Так, как ты умер? Побежал. Ударил. Поймал стрелу и упал. Нет, ну такие ошибки я вроде в последних сериях уже не совершаю. Не знаю, нормально вроде. Так, и давайте посмотрим, что у нас тут такое в итоге. Ползут. Ой, эти звуки, блин, как они... Какие отвратительные. Зато куча всего хорошего. Второй. Золотая маска и рапира. Ух ты. Маски я люблю. Что она дает? А, я не могу ее надевать, блин. Требования для нее. Ну, хрен знает. Только те, у кого высокий ранг, могут ее надевать. Я не понял, честно говоря, почему я не могу ее надевать. Может, из-за тенденции. Так, 50, но вес 1.5. Скорость у нее, наверное, просто... Ну да, это через декс идет, поэтому я не могу ее нормально махать. То есть махать-то смогу, но урон наносить не смогу. Так что не мое. Это надо было декс скачать для нее. И для Учигатаны. Мне говорят, Учигатану возьми, толку-то я, если пользоваться не могу. Кольцо. Что за кольцо? Получаешь больше душ. Вот. Вот это. Ну, сейчас стало не нужно, конечно. Но когда я пойду качаться на 4-2. Хотя сейчас качаться вроде пока не нужно. Ну, короче говоря, полезное кольцо, как ни крути. Неплохо так. Душа героя, это тоже очень круто. Это тоже хорошо. И это неплохо. Не зря сюда сходили. Ой, не зря. Так, ты одна там? Еще душа. И все, я так понимаю, да? Стоило того. Отлично. Так, сейчас мы пойдем наверх. Наверху у нас босс. Поэтому я думаю, не вернуться ли мне в Нексус и не потратить ли вот эти души. Блин, ну это долго будет. Давайте лучше мы... Да пофигу на души. Я эти души могу нафармить. Ну, не нафармить, то есть, а заполучить на уровне 4-2, убивая смерть раз за разом. Где-то, наверное,
Минуты за 4, минут за 5. Так что, если нужно будет, сделаем. Посмотрим. Где-то здесь, сказали, наверху находится босс Man Eater, то есть два босса сразу. Это один из самых сложных боссов в игре, наравне с флеймворкером. И драться с ним приходится на узеньком мостике. Я уже по боссам знаю информацию, мне уже порассказывали здесь. Но, конечно же, тактику я попросил мне не говорить, я ее сам буду придумывать. Прошайка. Поэтому, я думаю, сейчас будет много боли. Так, давай. Не хочешь? Не хочет. Попрошайка. Ой, что это там такое? Удачи, говорите. Спасибо. Давайте ему плюсик поставим. Так, а что у нас тут снизу? Есть что-нибудь? Конечно же, это такая игра. Постоянно что-то прячут от тебя. Душа героя, отлично. Так, ну и... Что-то за огонек-то? А, подожди, это же этот... Ктулхи! Или Тиды? Или Телиды? Или Тиды, по-моему. Так, нужно успеть его ударить, пока он не развернулся. Блин, вставай быстрей! Это было опасно. По-моему, он может меня убить с одного удара. Видите, сколько бладстейнов? Так, что-то один или здесь еще такой же есть? Или это один все-таки? Как ты умер? О, тебя засосал летит и потом ударил. Ну да. И после этого он тебя шарахнул звуковой волной. Да, точно. Блин, как я предугадал. Прошайка. Блин, на таком мосте, конечно, это очень весело все. Увлекательно. Высоко забрались. Ты найдешь блестяшку здесь. Приколюхи мы любим. О, смотри. Как спрятали. Солдата. Вот это по... Ой, блин, только не падай. Вот это полезный совет был. Давай, дорогой, тебе плюсик поставлю. Так, ну и что тут? А, вон еще дверь. Блин, что-то мне неспокойно. Хотя, казалось бы, тут идти, но там еще что-то лежит. О, ладно, что. Вот почему мне неспокойно. Я, конечно, надеюсь, что это не босс, но это, конечно же, босс, потому что я знаю, что нас тут ждет такая вот штука. Доложились мне уже. Вот спайс. Да нафига мне эти вот спайсы, фреш спайсы. Кэп. Так, усядемся поудобнее. Сейчас, похоже, будет жаркая битва. Так, ну, что-нибудь там видно, вообще нет. Ничего не вижу. Да, это Man Eater.
Так, не очень хорошо защищает. Ой, вот этого еще не хватало. Ты еще летать умеешь. И вас же двое должно быть, да? Отлично. Блин, ты посмотри, какая скорость. Так, если я с одним, то так плохо справляюсь. Хотя, как сказать, ушел. Ой, какой ты страшный. Тут вполне возможно. Че ты такое ты делаешь, а? Он там не жизнь восстанавливает? Блин, уберите свою надпись, я не вижу нифига. Ох, блин, помощнички, а. Нет, жизни вроде не восстанавливает. Идет, смотри. Это он так разозлился, что ли? Ой, второй пришел. Офигеть. Так, отступаем. Да, это действительно, похоже, будет очень непросто. Ну, отстаньте от меня. Валим, валим, валим. Вот так. Здесь безопасно? Я бы не сказал. Ой, блин, какие страшные. Мне просто рядом с ними страшно находиться. Так, пока что спасает то, что у меня травы много. Но ее скоро будет уже мало. Давай. Хорошо. Мне хана, да? Он ревет, как этот. Ой, да, я знал, что это будет. Ревет, как хищник. Блин, я не вижу их жизни из-за этих долбанных подсказчиков. Я им хвост рубил, что ли? Блин, они двое, они со всех сторон. Что с вами делать-то, ребят? Явно не к добру. Спуститесь, пожалуйста, ко мне сюда. Снизойдите до меня, пожалуйста. Ой-ой-ой, все, хана. Офигеть. Да, блин, хватит наводиться на них без спроса. Ой-ой-ой, только не падай, пожалуйста. Да, блин, да что ж такое? Как же с вами сложно? Еще эта камера, блин. Ну да. Фу, так, ну, в принципе, с ними можно справиться, насколько я понимаю. Не сделали же бы они непроходимых боссов, верно? Ну вот как? Блин, меня только что порвали. Нет, в принципе, ничего такого прям сложного, просто надо как-то к ним привыкнуть. Они вот именно вот этими своими атаками побежали, еще раз, короче. Так, ну и что, по второму разу?
Я не знаю, какую тактику против них применить, но я уже понимаю, почему их называют одними из самых сложных боссов в игре. Он там вроде один стоит. Единственное, что я понял, нужно как-то попытаться побольше урона нанести ему, пока что он один. А потом уже... А почему у меня тут бластейн лежит? Вроде я не тут упал. Круто! Круто! Так, тихо. Я все понял. Обещаю справиться. Офигеть! Вот этого я не ожидал. Видели, да, сколько снесло? Если бы он меня до этого снес, то... Это был бы смертельный удар. Так, где второй? Где твоя подружка? Короче, нужно как-то около этого костра держаться. Это единственный шанс выжить. Ну что ж такое, не падай, пожалуйста. Ой, так, ладно. Блин, братья, не упал бы ты и разбился. Офигеть. Вот я попал. Так, сейчас второй придет. Я уже нанес достаточно урона. Чтоб пришел второй. Давай, 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 что-нибудь делай, быстрее только. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, да уйди ты, автоприцеливание, ты меня убьешь. Тихо! Бежим. Блин, я с одним-то не могу справиться. Что с двумя-то делать? Ну, с одним-то я бы вот так справился, но тут приходит второй, да. Блин, да отцепись-то от него. Вот это хреновая вещь. Я боюсь тебя бить. Я боюсь тебя бить. Руби его! Руби его! Руби его! Все. Это было зря. Это было зря. Ой, пожалуйста, пожалуйста, не будьте с разных сторон. Ребята, как-нибудь, блин, вместе держитесь. Ну, конечно, будет задевать. Я знал, я знал. Да, блин, вот это чисто моя ошибка. Исключительно моя. Что творишь там, говнарь? Бежим, бежим, бежим! Ой, блин, меня всего передергивает. Ой, как напряженно. А я еще даже половину только снес у одного. Да что ж такое, я же за этим стоял. Уф, так, ладно, побережем пока аптечки. Они нам еще явно пригодятся. Я не знаю, что делать, честно скажу. Вообще не представляю. Ребята, это проблема. Ну чё? Ой-ой-ой, опять с двух сторон. Ну давайте уже что-нибудь, я не знаю. Вот именно вот это ожидание, оно тоже по-своему меня очень радует. Давай. Блин. Блин, что же делать? Что же делать? Я не могу по ним попасть, они слишком быстрые. Ой-ой-ой-ой-ой, плохая штука, плохая. Ой, так. Тихо.
Ой. Не вариант. Пока он целится уже. Вернее, пока он переключается с... Короче, вы поняли. Мне сейчас не до слов. Ой-ой-ой, так, давай. Блин, я не знаю. Вообще, мне надо помолчать. В такие-то моменты напряженные. Давай, бей. А теперь прыгай. Ну не... Как он задевает, да? Офигеть. Ну вот, ну как, бляха-муха. Хорошо, отлично. Одна трава осталась. Все, мне хана. Это уже без шансов совершенно. Да, ребят. Ну да. Ушел. А, у меня не одна трава. Ну, все равно. Да что ж такое, как же вы издеваете-то меня? Одного убить, со вторым я справлюсь, я думаю. Только попробуй убей его. Да что ж ты... Ой, вот это плохо. Да все плохо. Да, хорошего мало. Я пока что только огребаю, я особо урон не ношу, и я не знаю, в какие моменты их можно как-то ударить. Но вы понимаете, чем закончится этот бой, да? Прыгнул, отлично. Да, целься ты в них. Блин, еще бы наведение получше работало. Жаль, что я не стрелок. Давай, братюня, давай. Да что ж ты так долго-то все делаешь, а? Да, ты еще попадал бы хотя бы. Блин, все, уже все практически. Да, без шансов. Ну, ладно. Я так понимаю, что это просто казнь была. Я так понимаю, что идти к ним сейчас без травы смысла нет особого, поэтому эту серию, я не знаю, сколько она прошла по времени, потому что мне многое придется вырезать, вот эти вот пути именно к боссу. Я думаю, я в состоянии их убить. В принципе, тактика постепенно начинает вырисовываться, но сейчас мне нужно получить травы с уровня 1-2, и после этого уже бежать к ним. Так что увидимся в следующих сериях. Я надеюсь, что там у меня получится нормально поломать этих козлов. Ну, как бы там ни было, короче говоря, надеюсь, вам понравилось. Увидимся, с вами был Артур, всего хорошего. Пока.